Итак, снова всем привет. Представляем такой велосипедный фонарик от компании Sadnik. Модель BZ1484, тоже на аккумуляторе. Так, нас встречает сам фонарик. И дальше что у нас в коробке? Кабель для зарядки, микро-USB. Литий-ионном аккумуляторе, здесь порт для зарядки, заглушка силиконовая, вот в таком исполнении, зажим, ну для заднего, скажем, фонарика оптимальный вариант. Влагозащита есть, IPX5 от дождя. Так, здесь указаны коробки, красный и белый цвет. Меры предосторожности. Все на русском ломаном языке, конечно. Так, вот такой красный цвет. Дальнейший режим белый. Мигание красного. Давайте выключим свет. Довольно ярко. За счет таких светодиодов. Так, режим SOS уже. Попеременное такое медленное и быстрое мигание. Ну, здесь уже как стробоскоп. Красно-белый чередуется. И режим выключения. Вот такой компактный фонарик. Довольно яркий. Удобно фиксировать, удобно снимать, заряжать. Ну, главное для безопасности в темное время суток. Для велосипедов и самокатов, я думаю, это актуально.